В культурно-просветительском центре Курганской епархии каждый вторник с 18 до 20 часов проходят встречи кинолектория «Доброе кино». 23 ноября зрителям будет представлен фильм «Поллианна». Фильм снят по роману британской писательницы Элинор Портер и рассказывает об 11-летней девочке Поллианне, которую забрала к себе ее тетя Полли, известная своим суровым характером. Из атмосферы родительской любви Поллианна переселилась в мир строгих правил и запретов. Но она не сдавалась. Отец научил девочку простой и забавной игре – уметь радоваться жизни при любых обстоятельствах. А 30 ноября для обсуждения будет предложен документальный фильм о святителе Иоанне Максимовиче «Владыка Иоанн Объединитель». Присоединиться к просмотру фильмов могут все желающие –